Здравствуйте, уважаемые товарищи. Меня зовут Дмитрий Юрьевич Шилов. Я рабочий, являюсь сопредседателем идеологической комиссии Рабочей партии России. И в связи с выборами президента России и выдвижением кандидата на пост президента рабочего, хотел сделать такое заявление. Я зачитаю заявление идеологической комиссии Центрального комитета Рабочей партии России в связи с кампанией по выборам президента. Идеологическая комиссия ЦК РПР, рассмотрев предложение ЦК РКРП и Ленинградского отделения Родфронта о выдвижении и поддержке кандидатом президента представителя от рабочего класса, заявляет следующее. Рабочая партия России, как партия, выражающая коренные интересы рабочего класса и стоящая на позициях борьбы за диктатуру пролетариата в форме советской власти, не предавая свой класс, не может участвовать в выдвижении и поддержке какого-либо кандидата на высший должностной пост в системе диктатуры буржуазии в ходе кампании по выборам президента буржуазного государства, призванного осуществлять диктатуру буржуазии. Рабочая партия России будет разъяснять трудящимся, что выборы президента не тождественны выборам парламент, в котором можно находиться в оппозиции к правящему классу. А диктатуру рабочего класса через выборы в принципе установить нельзя. Выдвижение и поддержка кандидата в президенты буржуазного государства из рабочих толкает трудящихся на неверный ложный путь лакейства перед буржуазией, ставя рабочего человека в один ряд с представителями буржуазных партий, такими как Навальный, Собчак и прочие, Родфронт и РКРП, к сожалению, затушевывает классовую сущность буржуазного государства, порождает у рабочих вредную иллюзию, что победить можно и через выборы, притупляет боевой дух рабочего движения и ставит себя в хвост буржуазных и мелкобуржуазных партий. Программа профсоюзов, задачи коллективных действий, в том числе борьба за шестичасовой рабочий день и обеспечение повышения уровня реального содержание заработной платы – вот насущные задачи для борющихся коллективов, а не иллюзорные надежды на предвыборное обещание кандидата на высшую должность в системе диктатуры буржуазии. Успех в осуществлении интересов трудящихся зависит от солидарных коллективных действий, и рабочие должны это четко понимать. Кроме того, поддержка кандидата в буржуазные президенты служит дополнительной агитацией за сами буржуазные выборы, к которым трудящиеся относятся весьма прохладно, справедливо считая, что результат уже предрешен. Рабочая партия России не будет подогревать этот интерес и вводить людей в заблуждение. Сопредседатель идеологической комиссии Центрального комитета Рабочей партии России Дмитрий Юрьевич Шилов, монтажник РА и приборов ООО «Чергас». Вот. Это, в общем, позиция рабочего, который является членом Рабочей партии России и которая выражает коренные интересы всего рабочего класса. Я как рабочий могу сказать следующее, что выборы сейчас, вот будущие выборы, действительно оживляют интерес у трудящихся и, в общем, разных слоев, так сказать, населения, в том числе и рабочих. Вот. Ну, давайте посмотрим, какие силы, да, участвуют в этом, какие классы, какие силы, вот, какие партии. Вот, ну, основные партии, которые сейчас выдвигаются, это буржуазные партии. Вот, и, допустим, КПРФ, да, КПРФ сейчас выдвигает, не стесняясь, так, в общем, выдвигает кандидатом
предпринимателя, который является собственником колхоза имени Ленина, совхоза акционером. То есть, и в принципе, это вполне логично, и КПРФ тем самым раскрывает себя как буржуазную, мелкобуржуазную партию. «Единая Россия», в общем-то, тоже ни для кого не секрет, кем является кандидат президенты и от каких сил, в общем-то, от «Единой России». И, в принципе, по сравнению с КПРФ, этот кандидат выражает интересы крупной буржуазии, олигархата российского. В противовес этому вот КПРФ, да, выдвигает своего кандидата. И эта борьба, в общем, выражает интересы менее крупного капитала, вот, такого среднего, так скажем, среднего капитала, мелкой буржуазии, что, в общем-то, находит свое отражение вот в сознании, в массовом сознании. В общем, мы видим, что большую популярность сейчас набирает кандидат от КПРФ. Вот, и он, в принципе, выражает вот то, что происходит вот в головах, вот эта мечта, да, вот капиталистов или тех, кто хочет ими стать. То есть мы знаем, что мелкий капиталист хочет стать крупным капиталистом, вот, сам, может быть, этого и не осознавая, но он стремится к монополии. Вот. И поэтому интересы мелкого бизнеса, они также реакционны, в общем, как и интересы крупного капитала. Вот. Что же происходит с рабочими? Да? Я как рабочий, меня больше волнует судьба рабочего движения, нежели вот эти игры, да, буржуазные игры. Вот. Для меня понятно, что это выборы эти не наши, это чисто буржуазная затея, вот, где решается, какая группа капиталистов, да, получит, значит, доступ, как бы, к наиболее там благоприятным для себя условиям и процветания, да, так скажем. Вот, для рабочих выборы буржуазного президента, в общем-то, ничего по большому счету не изменит в их жизни, в их условиях труда, в зарплате и, в общем-то, судьбе. Вот. Поэтому хочется сказать, что, ну, поддерживать кандидата на этот пост, конечно, ни я, ни рабочая партия России вот не будет, и поскольку интересы рабочего класса, они лежат в другой плоскости. Это борьба за 6-часовой рабочий день. Вот, есть программа, разработанная Федерацией профсоюзов России, это задача коллективных действий, в которой изложено, в общем, вот интересы именно рабочего класса в этой программе четко просматриваются. Будет ли вот новоявленный, так сказать, товарищ Лисицына, да, кандидат от Родфронта, будет ли она продвигать эти требования, мы не знаем.
Ну, предварительное как бы знакомство с ней и с партией, которая ее выдвигает, ничего такого, в общем, не предвещает. Посмотрим, конечно. Ну, я как рабочий ничего от этого не жду и, в общем-то, ну, какого-то прогрессивного. Если человек не проявил себя где-то раньше, там, на низких трибунах, ну почему он должен сказать с высокой трибуны что-то такое? Поэтому вот где ее выступления, какие-то там записи, я не знаю, их нет. Товарищи рабочие, я хочу вот прежде всего к вам обратиться. Не стоит питать иллюзии там, вот, по поводу этих выборов там, да, президента. Есть партия, которая защищает коренные интересы, их осознает и пропагандирует коренные интересы рабочего класса. Это партия, рабочая партия России. Вот, у нас есть Красный университет, есть рабочий Российский комитет рабочих, вот, на котором люди приезжают и обмениваются опытом борьбы своей. И вот это действительно вот реальное действие, которое может сплотить нас и помочь нам в нашей борьбе. Давайте вместе объединяться, бороться в трудовых коллективах, профсоюзах. Спасибо за внимание.